Окей. Итак, сегодня мы занимались повторением, разбором шагов и разбором вращений. Да? Ну, повторением. Шаги. Очень важно каждый раз четко наступать на пол. Неважно, что вы делаете, если вы хотите быть понятыми и понятными, и при этом не мешать своей партнерше, не запутываться самим в ногах. Каждый шаг у вас должен быть 100%. Никаких там, пролетаний над полом. Да? Пусть все ваши три степы будут с весом. И направление шагов. Да? Обращать внимание на направление шагов. Если ваши шаги приходится неизвестно в каком направлении, то, соответственно, и танцевать вам будет весьма проблематично. Делали на примере пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, во-первых, каждый раз перенос чун-чун-чун веса. Либо второй вариант, те же самые шаги, но чуть-чуть меняется направление. Пум-пам-пум-пам-пум-пам-пум-пам. Ничего не изменилось с точки зрения ритма, изменилось с точки зрения перемещения. И если мы делаем свинг-аут, сделав первый вариант, пум-пам, пум-па-пам, мы сделали обычный свинг-аут, сделав второй вариант, мы его уже в корне изменили. Чу-пам, щу-а-а. Мы начали двигаться к партнеру, потому что сейчас на это никто не обращает внимания. Второй момент вращения. Рамка, собранные руки, очень напряженные плечи вниз, осаночка, пружинящие коленочки, да, согнутые, и приподнимание, когда мы поворачиваемся. И раздельное поворачивание. Сначала поворачивается корпус, он увлекает за собой нижнюю часть. Да? Если мы много поворачиваемся, не на 90 градусов, а побольше, голова сначала остается максимально долго туда, куда мы были, а потом максимально быстро приходит туда, куда мы поворачиваемся. Вместе с ним. Следующий момент. Чтобы тренировать свой ОС, необходимо делать это движение максимально медленно. Вы повернули корпус, подтянули центр, опустились. Да? Чем быстрее вы это делаете, тем больше вам помогает инерция, и вы можете хорошо прокрутиться и ничего не тренировать. Чем медленнее, тем больше тренируется ось. И заканчивание вот этой штуки, стоять, ловить баланс, а потом только наступать уже всеми ногами на пол. Вот. Все.